Stampa e Dina, facciamo prendere sul gruppo capo del Dio di Avrocatò, c'è il Tavares, che mi ha avuto libro contrattaccamento, capo di Avrocatò, ma si è subito il suo dubbio. Per prendere il salto, libro a Giaminoto, libro a Cudare a Giaminoto. Se sono due dietro e una gara, poi chi sarà toccato in un mondo a Giaminoto. E io ho un cantraliero di tuo, cantraliero di Bonnoglia, una gara cantraliero di tuo, che non sono perché lo primo che non mi viene a parte il venivo e il deviato sono vuole ruggere ognuno dopo nel sito altre a smettere a volte il gruppo è variato il problema oppa smettere a volte variato il problema e a un po' più incazzato ma sì oppa sto cominciando di prolifici mio sì oppa я этим вгребающим движением, смотрите, не могу не попасть, смотрите, да? Где все, что на этой станции, это кашу просто, да? Куда мы смотрели, вот. Да. Я вообще не опускаю. Я же удовлетворен. То есть вот такая линия. То есть он немножко длиннее, длиннее, но в зависимости от того, как мы с ним шагаем, если он так стал, выпад мне сделать. Конечно, я лучше что сделать? Сюда включить, да? Это проще. Но если он ко мне подходит, сокращает дистанцию, я могу его здесь подтолкнуть, да? И ногу не обязательно ставить. Дальше. Ну и это было карточки под максимум, минимум, да? Контролировать его ноги в районе колена. Понятно, да? Дальше. А теперь мне нужно атаковать. Вот я и использую. Первая динамика. Вот она. Я вместо прямого удара ногу сделал круговую ногу. Вполне оправданно, чтобы перейти к четвертой динамике. Допустим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Я сделал две динамики подряд. Они шли, или почему бы не сделать? Они просто шли. А куда я бегу? У меня тут колотушки, ноги у меня тоже на эти самые, как называется, закрыты. Только вот стопа открыта. Ну вот это я отвлек его, а вот пошли эти колотушки, посмотрите, да? Вот это, да? Колотушечка, колотушечка, толкнул в обсуждение, сзади иди, да? Ситуация такая. Итак, то есть я использую динамики и не парюсь. Если Максим атакует быстро, я раз сюда, бэм. Да? То есть почему я так могу быстро атаковать? Я вижу цель, да я не вижу этих целей. Я просто, смотрите, с вами разговариваю и на автопилоте. То есть вот включил вот эту программу, которая меня бьет. Я не боюсь ничего поранить, потому что мне все закрыто. И если я начну еще думать, куда попасть, то есть не просто думать, а смотреть, что у него откроется, да? Это другое. Я так могу работать. Ну, на первом этапе меня спасает мой автоматизм. То есть я не расслабляю мой мозг, и вот как бы вам это подходит, вам думать сильно не надо. Я могу быстро вас научить подготовить соревнования. А потом, конечно, это уже не годится, это уже слишком автомат. Потом уже это. То есть смотрю уже, куда я буду попадать. А пока автоматизм, что он позволяет? Вообще, ну, надо ли он кстати, выйти куда-то, вот сюда отойти. Град удара он не знает, как мне справляться. Неизвестная двигательная задача. Смотри, поставил руки, подойди. И стоял. И Владимир стал шумать, вот слева, справа давай. Еще живот давай, смотри, да? А что Маша уже делает? Вот. Нет. Все просто. Смотрите, что Маша уже делает. Давай. Поставила и погнала. Поэтому этот момент возник того, что сейчас попробуйте. Все, встали, вверх. А если он
я примерно такую жизнь, я толкаю так, чтобы не улетать. Почему? Есть техника. Если сейчас он с ним не улетел, почему? А он вовремя самоорганизировал мое действие. Я подошел, он отошел. Если Максим не оценивает, то улетит далеко. Потому что я шел и ничем. А на самом деле включаться с техникой. Так, вот я в такой позиции, Максим атакует. Вот я это делаю. Раз. Дальше, смотрите. Два. И Максим падает, потому что я ставлю таким образом ноги. Давай сюда, с другой стороны. Еще раз. Два. Два. Обратите внимание, что я совсем перчаткой иду. Перчатка как неудобно была, как ты будешь, удобно вот это. Дальше. Второй момент. Я щитом закрываюсь. Два. Посмотрите. Два. Ну, вот Максим сейчас падает. А до этого он не падал. Максим уходил. Я вижу, что он уходил. Смотрите, опа, нога. Вот он сюда упал. Непридуманное. То есть сейчас он сразу решил падать, и говорит, ну, там сопротивлялся до этого, сопротивляется еще раз. Смотрите, раз, два, три, вот он на полу. Никаких запрещенных приемов, никакой борьбы, и соперник падает.